В Новосибирске начали ямочный ремонт дорог. Рабочие в центре города засыпают ямы на проезжей части смесью песка, гравия и цемента. Вот так это выглядит. Смесь вперемешку со снегом заливают водой, а затем трамбуют ногами и лопатами. Такую технологию в мэрии красиво называют поддерживающие материалы инертными. Дорожники специально ждали теплой погоды, чтобы их применить. Выяснить, насколько долговечной окажется такая заплатка, у бригадира нам не удалось. Возможно, представитель ДО-1, а техника именно этой организации задействована в ходе работ, слишком занят важным для города делом. Мы не даем интервью. До свидания. А вот мэр Новосибирска признал, что таким образом дыры в асфальте латали и во время морозов. Анатолий Локоть рассказал, что применение такой технологии – вынужденная мера. Речь идет о временном ямочном ремонте, потому что выбоины вышли, и мы вынуждены это делать. Ну, иначе колеса все бы выскакивают. Это временный ремонт, он рассчитан, он дешевый. Дешевый, это простые такие, дешевые технологии. Пользуются нулевой температурой. Все. Ну, то, что не минусовая температура. А вот так выглядит отремонтированная выбоина спустя несколько часов. Очевидно, завтра от так называемого ремонта не останется практически ничего. Чиновники, вероятно, отрапортуют о квадратных метрах восстановленного дорожного полотна и о потраченных на это бюджетных рублях.